Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Игоря, и сегодня у нас коллекционер, нежданный коллекционер среди недели, как-то так, русский сервер, аккаунт, думаю, многие помнят, мы не первый раз на нем. В общем, надо выбить пару недостающих имба-героев. Аккаунт немножко донатный, шапки даже нет, лазуля есть. В общем, все очень-очень неплохо. Так, вот его алтарь, смотрим. Даже не так, ади гильдия. Начнем, конечно же, с гильдии. Блин, вот на каждом аккаунте вот. Гильдия Омега 2375, первые, вторые, третьи, четвертые места, пропуск БГ Кик, атака фронтов 12.0 по МСК, кидайте заявочки, вступайте. Мы поехали смотреть, почти бездонатный аккаунт. Так, Роза, Некрос, Космо, Трифит, Седна, Командора, Землеройка, Махатма, Рогатка. Ну, в общем, такой наборчик героев довольно-таки неплохой. В принципе, все реально. Если будет падать точно так же, как и мне, это будет реально очень и очень круто. Так, Ведьма Морозница он уже доставал. Вот такой вот коллекционер. Поехали, будем пробовать. Let's go. Надо пару имба-героев. Ну, не пару, желательно всех, конечно же. Королева Гарпий. Вот это имба. Ниндзя. Чувствуете, да, как герои падают круто? Я смотрю, только одни эктоплазмы и магазинные герои. Рандомчик, ты чё, хранитель? Фараон. Душегуб, мне уже, знаете, мне уже нравится этот роллинг. Медуза, фея. Асура. Ну, Асура, по-моему, есть. Так, ну что, 25к, и кроме, скажем так, Асуры, ничего такого мега-мега имбалансного мы пока не выбили. Это реально печально. Все, пора убивать эту карму. Поехали, пожертвуем героев на слив. Отлично. Так, ну давайте посмотрим аккаунт, пока пусть рандомчик пройдет. Что у него интересного есть? Седьмые кошмарки он не прошел. Странно. Странно, странно, странно. Посмотрим, что у него по силе. Райка. У него с талантами беда, видимо. Так, тыковка Берс. Да, тут с талантами, конечно. Боль, боль. Полная боль. Так, Атлантик, в принципе, топовый. Странно, что Ронина не качает. С такими-то героями. Уже восьмые должен фармить полным ходом. Шучу, конечно же. Ну, видите, вторых эволюций не так уж и много, поэтому... Хотя, в принципе, хватает. Все равно печально. Так, ну что, следующие 10к. Купидон. Фараон. Укротитель. Это просто жесть. Рину хотя бы выпал. Ну, хоть что-то, знаете, из таких одержимый. Тыква.
Вот даже, наверное, половины слизней не собрали. Еще один Рину. Знаете, вот у меня такое чувство, что 7 это просто жесть. Смотрите, сейчас по 150. И оп! 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 И нифига, ребята, нифига. Валентина, добрый вечер. Укротитель. Кенди, ну хоть Кенди, рыцарь тьмы, вау. Я офигею. Я просто офигею с этого всего, честно говоря. Что за рандом? Как так падает? Просто непонятно. Блин, тоже хочу себе Фрея. Вторую эволюцию. Да уж, ребятушки. Да, наверное, столько магазинных героев вы не видели. Вы, думаю, видели у меня на роллингах. Но это просто, знаете, это просто печаль. Смотришь на это все и поражаешься. Как так может быть? Ой, Фрея хороша. Да. То чувство, знаете, когда... Когда все... Все понятно. Вот скажите, нафига ему здесь ледяной феникс, когда он у него есть? Да, это, блин, крутой герой, но нафига он здесь? Почему, блин, не недостающий герой? Нафига второй ледяной феникс, ну... Ой, я офигею. То чувство, когда выбиваешь Шамбу, но она тут нафиг не нужна. И такое, наверное, у большинства из вас каждый раз при каждом роллинге. Потому что либо ты купил, вот зачастую бывает так. Люди покупают героев, а потом он падает с бесплатки, там либо ролят, и потом герой падает с бесплатки. Такое тоже бывает очень часто. Это реально, это печаль. Офигеть, блин. Просто в никуда. Суккуб. Сноузила. Да, они издеваются просто. Это самый, наверное, веселый роллинг с последних, который у меня был. 10-15 за 50к. Да вы что, издеваетесь? 10-15? Да с такими темпами на русском сервере просто никто играть не будет. С таким дропом. Ну понятно, у меня админ панелька. Ну блин, 10-15. Я просто в шоке, честно говоря. Имба героев нам понавыпадало, конечно. Куча легенд, но чтобы не упало. Ну хотя 1-6 это нормальный. Раз-два. Землеройка. Ну летяха есть у него. Командора, Трифит. Почему они не упали? Ну космо, ладно. Командора, Трифит, бабулька, рогатка. Землеройка. Нифига не упал. В общем, такой вот, ребятушки, веселый роллинг. Пишите комменты, поддержите парня. Я не знаю, там, комментам. Ставьте лайки, ну это русский сервер, и тут ты от этого никуда не денешься. Все, всем удачи, всем пока.